Из жаркого лета она пошагнула в мягкую теплую осень. Курортный сезон подошел к концу, однако впереди жителей и туристов ждут бархатные дни. Этот год запомнился гостям новыми достопримечательностями и стильными идеями оформления города. Светящиеся зонтики на набережной, парусные корабли вместо привычных фонарей и несколько новых фонтанов. С начала лета на золотых песчаных пляжах уже отдохнули более 3 миллионов людей. Как считают туристы, она поменяется в лучшую сторону. И популярность курорта только растет. Интересный, во-первых, парк. Доступно все и детям, и взрослым. И хороший подход везде к фонтанам, к лазилкам во дворах. Очень приятно отдыхать. Много построек стало разных. Там грибочки всякие новые появились, буратино, в том году этого не было. Нравится мне этот город, потому что здесь очень весело, очень много людей, много развлечений для детей, для взрослых. Вот. Вроде бы и жители дружелюбные. Очень все шикарно, очень все нравится. Купаемся, отдыхаем, загораем. Стало чище, санаторий стало немножко более уютно. Стало. Вот, например, мы останавливаемся всегда в одной и том же санатории, смотрим, там у них обновления, новые бассейны стоят сейчас, какие-то удобства появились дополнительно. Ну, в общем, видимо, идет прогресс.